Самое зрелищное событие этого лета – паркинг 2017 прошел на выходных. 100-килограммовая пицца, раритетные авто и выступления лучших автоклубов Барнаула. Honda S 2000-2004 года выпуска, легендарный автомобиль в кузове Roadster для Евгения Копылкова. Эта машина была мечтой детства. Ограниченная юбилейная серия. Во всем мире таких автомобилей не больше 200 экземпляров. В Алтайском крае и вовсе один. 4 года назад эта машина мечты попала в руки к Евгению. Единственная и неповторимая. Люблю, салфеточкой протираю пыль. И таких редких автомобилей на площадке Автофеста было много. Особого внимания заслужили выступления автоклубов. Здесь и сногсшибательные женщины, кошки и кони, сопровождающие автомобили, и даже панда, танцующая на машине. Словом, все то, что делает этот фестиваль одним из самых ярких событий этого лета. Я давно хотела, давно наблюдала, поэтому респект всем ребятам, кто сегодня участвует, и вообще просто организаторам огромное-огромное спасибо. Много эмоций вообще, даже не объяснить. Да, серьезно. Особенно когда тачку разбили, вообще было интересно. Шестой год подряд здесь собираются тысячи людей. Все они едут сюда за захватывающими впечатлениями и новыми знакомствами. Более 5000 человек посетили Автофест днем. В этом году на нем побывали гости автоклуба из Новосибирска, Кемерово, Бийска, Белокурихи и Горно-Алтайска. По итогам дневной части главный приз 30 000 рублей уже второй раз достался автоклубу «Виста Клаб Барнаул-22».